Здравствуйте, меня зовут София, мне 17 лет. На данный момент я учусь в Лондоне, в University of the Arts London. Старшую школу я тоже закончила в Англии, в Лондоне. Да, это была бординг-школа. Мне нравилось учиться в школе. Я об этом очень долго мечтала, я очень долго уговаривала родителей, потому что мои родители не похожи на других родителей и были против того, чтобы я уезжала за границу, потому что я понимала, что в Украине я не получу того образования, которое я хочу. Я ни минуты не жалею, считаю, что это было лучшим моим решением. И опять же, спасибо моим родителям за возможность. У меня прекрасные родители, самые лучшие. Папа мой бизнесмен, он работает и живет в Киеве. Моя мама и мой папа работали, и как бы я для бабушки всегда была центром вселенной, поэтому бабушка как бы это моя душа. Все, что касается строгости, это было на моем папе. А мама — это в первую очередь мой самый близкий друг, мой самый близкий человек, которому я доверяю все, что у меня есть в жизни. А мама моя — продюсер. У нее есть очень успешное шоу о путешествиях, называется «Орел и Решка». Также она продюсировала очень долгое время и до сих пор продюсирует артистку Светлану Лободу. И совсем вот недавно, буквально 2 года назад, моя мама начала продюсировать кино. Началось все это с авторского фильма «Кислота». С этого момента моя мама начала заниматься кино, и сейчас это как бы ее основной род деятельности. Что касается творчества Светланы Лободы и вообще Светланы Лободы, Света стала членом нашей семьи. То есть я воспринимаю этого человека, конечно же, как очень профессионального артиста, но также это мой друг. И так произошло, что я выросла на ее глазах, как бы, но мы стали друзьями. Я не хочу работать в шоу-бизнесе, я не хочу идти по стопам своей мамы, но сейчас я бы хотела учиться на фэшн-менеджмент и дальше продолжать работать в этой сфере. Я очень люблю проводить время с друзьями на Патриарших прудах, как бы это банально ни звучало, но это самая удобная точка, потому что мне из моего дома, в котором я живу за городом, удобнее всего туда ехать. Плюс ты всегда можешь просто приехать туда один и буквально за 30 минут встретить там своих знакомых. Я не знаю, наверное, для меня успех — это когда то дело, которым ты занимаешься, находит отклик в других людях. Им это тоже интересно, и, ну, наверное, это подкрепляется финансовым успехом и также одобрением семьи. Что касается бала, я никогда не была на балу Татлера. Мне интересно пообщаться с девочками, которые будут дебютантками. Всегда нужны новые знакомства, всегда нужны новые люди, я к ним открыта, и тем более в Москве, мы живем все в одном городе, возможно, как бы мы будем друг другу полезны.